Выход сиквела «Долгостроя плохие парни 3» стал выглядеть чуть реалистичнее. Студия Sony раскрыла, что картина Билала Фаллы и Адиля Эль-Арби появится в американском прокате 17 января 2020 года, то есть спустя 25 лет после выхода оригинала. Мартин Лоуренс и Уилл Смит подтвердили свое участие в продолжении. Джерри Брукхимайер отвечает за производство ленты. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.